spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлен набор посуды, который станет хорошим выбором для любителей отдыха на природе. Его изготовителем является компания «Три кита». Кстати, такую посуду можно использовать не только в походах или на пикниках. Она пригодится и на дачной кухне. Давайте поближе рассмотрим, что хранится в пластиковом контейнере. Сам кейс имеет следующие габариты. Длина 27 см, ширина 24 см и высота 19,5 см. Вес набора составляет менее 1,5 кг. Сверху расположена крышка, которая плотно закрывается на две боковые защелки. Кстати, их можно использовать в качестве ручек. Еще обратим ваше внимание на то, что для изготовления набора, по заявлению производителя, применяется пищевой пластик, не вступающий в химическую реакцию с продуктами. Так что такую емкость вместимостью 8 литров можно использовать для хранения еды или ее приготовления, например, салата. Внутри кейса аккуратно сложен комплект посуды на 4 персоны. В него входят набор ложек и вилок с длинными ручками, неглубокие тарелки диаметром 19,5 см, подходящие для холодных закусок или вторых блюд, глубокие тарелки объемом 1 литр, диаметром 20 и высотой 5 см. Есть стаканчики под прохладительные напитки емкостью 250 мл. Их габариты 10 на 7 см. А также кружки по 350 мл с ручками. Высота 9 см, диаметр около 8 см. Стоит отметить, что пластик, из которого изготовлен набор «Три кита», заявлен как пригодный для горячих продуктов. То есть из тарелок можно есть только что приготовленную наваристую уху, а из стаканов пить свежезаваренный ароматный чай. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.